Анонс и дата выхода 24-й финальной серии нового российского сериала «Условный мент». 24-я финальная серия сериала «Условный мент» выйдет на пятом канале 21 ноября. 24-я серия «Свадьба с приданным». Прямо со свадьбы невесту, дочь начальницы жилмколл-сервиса, похищает бывший партнер жениха по бизнесу. Жених обращается за помощью к ворону, мать к полицейскому начальству и работникам жилком-сервиса. Рыжов и Гордеева тоже не остаются в стороне. Напомним, сериал «Условный мент» рассказал нам, как одновременно в Петербург приезжают бывший опер Дмитрий Рыжов, отсидевший в колонии за превышение полномочий, и капитан полиции Арина Гордеева. Рыжов устраивается на работу в жилмколл-сервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией. Гордеева становится участковым этого же района. В нем всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов, он же Веня Ворон. Под его покровительством практически все злачные точки и многие предприятия, которые за долю немалую прикрывает местный участковый капитан Тельцов. Честная и принципиальная Гордеева отказывается мириться со сложившимся положением дел в микрорайоне и вступает в непримиримую борьбу с местной преступностью и коррупционерами. Помним, 24-я серия сериала «Условный мент» выйдет на пятом канале 21 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.